Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики. Решил сделать такой небольшой обзор инструмента, который у меня есть из Швейцарии. Начну, пожалуй, с ножа. Нож великолепный, показал себя достаточно хорошо за то недолгое время, которым я владею. Значит, из особенностей этого ножа. Во-первых, безусловно, это швейцарский нож, многофункциональный. Это его главное достоинство. То есть сочетает в себе огромное количество инструментов, различных всяких штучечек. Не всегда они нужны, честно. Поэтому это нож не для повседневной носки. Во-первых, он достаточно тяжелый. Вес ножа порядка 230 грамм. 225, по-моему, если не ошибаюсь. Плюс он достаточно объемный сам по себе. И, безусловно, таскать его в кармане совершенно неудобно. Нужен обязательно какой-то чехол. Чехол на него, это модель Workshop XL. Чехол на него стоит на маркете с моего в районе 1300. То есть достаточно дорогой и нож, и чехол. Поэтому, как бы, ну, не для повседневной носки, да. Какие здесь есть особенности? Ну, безусловно, очень много инструмента различного, да, то есть кусачки, нож, здесь еще есть открывашка, еще открывашка, там ножницы, ну и так далее. То есть, ну, можно более подробно посмотреть на сайте, на самом деле, функционал. Расскажу просто об особенностях именно. Во-первых, меня поражает то, что они буквально все пространство ножа забивают какими-то полезными мелочами, да, то есть вот эти вот небольшие ставки, да, то есть вот это какая-то зубочистка, что-то подоткнуть, подковырнуть, может быть, для часов это нужно. Здесь вот небольшой пинцетик, которым можно что-то подцепить. А здесь вот, сейчас, секунду. Здесь находится шило, которым можно протыкать с помощью, да, то есть какие-то кожаные вещи зашивать тоже, пожалуйста. То есть нож сам по себе хорош. Единственное, конечно, из-за того, что он достаточно объемный, надежно зафиксировать такой большой пакет очень сложно. Поэтому есть люфты, да, то есть вот несмотря на то, что здесь есть фиксатор, люфт ножа присутствует, то есть вот. Я его немножко болтаю, видите, то есть он идет, этот люфт, вот. То есть осевого лифта нету, но вот такой вот линейный люфт небольшой в этой плоскости он присутствует, вот. Как бы на это тоже имейте в виду, да. Ну, как бы понятно, что когда вы будете ножом работать, он не согнется, ничего, то есть как бы вещь в принципе достаточно функциональна. Вот эти вот замечательные отвертки. В чем особенность? По большому счету качестве. Я не понимаю проблемы взять хороший материал, правильно его обработать, закалить, сделать удобную рукоятку. В принципе, мне кажется, нашим людям это вполне по силам. Но почему-то этого не делается, да? То есть почему-то вот в Европе люди на это обращают внимание, да? То есть внимание к деталям, да? Это вот отличительная особенность Европы. То есть ты берешь инструмент. Помимо того, что он функциональный, помимо того, что он из качественных материалов сделан, правильно обработан, удобная рукоятка, он еще просто красиво выглядит. То есть вот это эстетическое чувство, оно тоже присутствует, это очень приятно. Вот. В принципе, как бы особо сказать об таком инструменте нечего, просто разнообразные отвертки, да, то есть вы просто пользуетесь и получаете удовольствие, да. То есть, если это не рабочий инструмент, которым люди работают профессионально каждый день, ну, можно сказать, что на всю жизнь. То есть, металл закален, сколько я крутил, ничего, вот, ни сколов, ни трещин, не слизываются вот эти шлицы на отвертке. Ну, то есть, великолепная отвертка, отлично себя показала. Могу, в принципе, рекомендовать. Ну, и, наверное, гвоздь сегодняшней программы – это такой вот набор шестигранников. Ну, во-первых, что хочу сказать. Вещь очень красивая. Вот просто взять в руки, держать такой инструмент в руках, само по себе удовольствие. Вот. Во-вторых,
опять-таки подчеркну, внимание к деталям, да, то есть вот мы берем большой шестигранный ключ, написано, что вот десятка, да, то есть шестигранник на 10, то есть размер вот этих вот граней десяточек. Здесь вот, пожалуйста, бренд написан, да, то есть специальная порошковая краска, хорошая, качественная, нестираемая, да, то есть это не какая-то эмаль там, еще что-то, то есть это качественно выполнено порошковое покрытие. Безусловно, сталь закаленная, хорошая, качественная, также обработана, да. То есть, ну, опять-таки, вот берешь в руку, ты понимаешь, что это действительно вещь, действительно инструмент, которым можно работать. Ну и просто вот даже вот эта цветовая колорировка, да, когда вы видите, что десятка это у вас синий цвет, да, допустим, пурпурный это у вас восьмерка, помогает в работе, да, не надо там долго думать, вы уже знаете, каким ключом откручивать что. Ну и опять-таки повторюсь, вот внимание к деталям, да, то есть вот даже вот такой вот небольшой ключик, двоечка, ну и вот возьму для сравнения еще полтора, да, то есть, ну, даже вот на таком маленьком ключе эти люди нанесли маркировку. То есть вы понимаете, то есть насколько маленький ключ, насколько опять-таки точно обработан в размер, да, то есть и опять-таки внимание деталям, то есть маркировка. Ну здесь вот уже полтора, но тут я думаю просто уже некуда было наносить, не нанесли. Но опять-таки ключ выполнен очень хорошо, качественно. То есть, ну, видно, что это действительно качественный инструмент. Я честно скажу, я очень рад, что в моей коллекции инструмента появились такие вещи. Я уверен, что я буду ими пользоваться. Я не знаю, насколько долго, насколько качественно, да, но я уверен, что они послужат как бы мне точно, ну и, возможно, даже детям останутся. Я вот призываю всех наших производителей, которые так или иначе связаны с инструментом, которые его производят, изготавливают, проектируют. Ну, ребят, ну давайте все-таки как-то попробуем сделать что-то стоящее, чтобы не только ракеты и оружие, да, и атомные станции, но и как бы простые какие-то бытовые вещи у нас тоже получались. Я уверен, у нас достаточно специалистов и оборудования, чтобы делать качественный инструмент. Вот. И опять-таки еще раз хочу сказать, вот те, кто будет покупать, да, вещь достаточно дорогостоящая, но она послужит вам не один десяток лет. Поэтому также могу рекомендовать. Вот. У кого какие вопросы будут, отзывы пишите, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Всего хорошего.